Всем приветствую. Вот наконец-таки стала доступна загрузка клиента игры, точнее не клиента, а пока файла. Кэш будет возможен к загрузке в 12.30, если не продлят техработы. Сейчас попробуем запустить игру. Там в начале игры попросят выбрать регион. Выбираем, сначала предоставляем права все. И вот здесь регион, выбираем Европу, все, кто идут. Подтверждаем и ждем, пока откроют сервер. Примерно 12.30 по Москве, 24 октября. Ссылочки на скачку я оставлю в описании. По поводу сервера сделаю, опять же, еще одно оповещение, так что не пропустите. Всем желаю хорошей игры и также не пропустите стрим. Я его буду запускать в момент уже запуска игры. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.